Доброе утро всем. К нам приехал красавчик Патрик и его хозяйка. Вот ее ручку только покажем. Почему? Потому что эмоции, переживания у нашей хозяйки большие, при этом немножко даже плачет. Вижу капельки, которые появляются на глазах, но это все будет в прошлом. Почему? Потому что цель нашей операции сегодня – это блефаропластика. Почему такая операция? Потому что волосы и ресницы, которые царапают нашему Патрику глаз, вызывают язву роговицы, и это уже неоднократно. Поэтому следующая помощь – операция, которую мы вам расскажем и покажем. Патрику укололи релакс-препарат, и вот в прямом эфире Патрик замедляет свою реакцию. Голова становится тяжелее, глаза тоже потихонечку расслабляются, и, как правило, в этот момент они ложатся на стол. Красавчик Патрик уже в релаксе, уже лежит на столе, и наша задача перемещаться в предоперационную, а затем в операционную. Наша владелица переживает, и вот для защиты нашего красавца принесла такой вот амулет, вот такую вот маленькую иконку, которая будет защищать нашего красавца. И мы перемещаемся в операционную. Патрик уже на операционном столе в состоянии релакса. Наша задача сейчас поставить интубационную трубочку в трахею, чтобы наш красавец во время такой операции дышал ровно и комфортно. Мы продолжаем. Нашему красавчику уже поставили такую трубочку, которая даст возможность легко и комфортно дышать во время операции. Для отчетности расскажем, какую операцию мы будем проводить. Веки должны смыкаться в ребро в ребро. Все так, кроме нижней части. Нижняя часть завернута внутрь и царапает глаз. Поэтому операция будет проходить внизу, вот здесь. Сначала мы промоем носослезный канал, который находится в ребре века, а далее проведем операцию по блефаропластике. Мы сейчас находимся на носослезном канале и под давлением промываем. Смотрите, через ноздрю потекла водичка. Вот такой вид промывания нам нужен. Наша операция закончилась. Есть у нее начало, середина, и есть вот такая вот часть, когда мы заканчиваем операцию. Патрик еще на операционном столе, трубочка еще находится в трахее, но все это будет позади. Позади почему? Потому что далее у нас пробуждение и далее возвращение домой. Поэтому перемещаем Патрика в послеоперационный бокс и набираем хозяйку. Наша история продолжается. Красавчик Патрик потихонечку пробуждается. Храп, значит, все в порядке. Наша история начиналась с того, что наша хозяйка придерживала своими ручками. Также она и продолжается. Почему не заканчивается? Потому что все наши истории только продолжаются. Красавчик еще сонливый. При этом через несколько минут он начнет пробуждаться, и наш красавец вместе с хозяйкой поедет домой. И на этом нашу историю заканчиваем, ставим точку, хэппи-энд. А вам всем спасибо, что переживали и держали кулачки за нашего Патрика. Вот так вот красавчик едет домой. Вот Патрик едет домой. И на этом наша история заканчивается.